Миллионы людей ежегодно путешествуют по миру. Какие страны и города они выбирают? Почему так много людей все больше любят отдыхать в круизах? Что привлекает людей на островах? Какие направления наиболее подходят для отдыха с детьми? Куда отправиться в романтическое путешествие? Где находятся самые лучшие горнолыжные курорты? На эти и многие другие вопросы вам ответят в своей рубрике наши эксперты по туризму. Привет всем! Всем привет! Всем большой привет из Майами! Привет! Давайте познакомимся. Меня зовут Мария. Меня зовут Ирина. Меня зовут Тина. Меня зовут Анна, мне 23 года, я живу и работаю в Майами. Родом я из России, из сурового города Челябинска. Я приехала в Майами 12 лет назад из замечательного города Пятигорска, Ставропольский край. Уже более 5 лет я живу и работаю в Майами. Я работала в одной из самых крупных компаний туристического сервиса. Сейчас я учусь во Флоридском университете по специальности международный туризм. Свое высшее образование я получила в России, но за 12 лет пребывания в Америке здесь работала в банке, в туристическом бизнесе и отеле. У меня есть опыт работы в отелях в Европе. Я переехала сюда из Санкт-Петербурга. У меня 2 высших образования и опыт работы в туризме около 20 лет. Получила образование на факультете иностранных языков в педагогическом университете. Также я посещаю различные конференции и тренинги для моего профессионального и личностного развития. Работала я в разных сферах деятельности, но самой моей любимой сферой деятельности всегда был, есть и будет туризм. Работала в разных направлениях, но одной из самых любимых для меня является туризм. Туризм – это действительно осознанный выбор в моей жизни. Туризм для меня – это не только моя работа. Это мое хобби, моя любовь, моя страсть. Мне очень нравится помогать людям путешествовать. Поэтому сейчас я работаю в туристической компании и занимаюсь своим любимым делом. Туризм и общение с людьми – это то, что я действительно люблю и получаю от этого удовольствие. Туризм я очень люблю за то, что ты постоянно совершенствуешься, получаешь очень много всесторонней информации, встречаешься с различными людьми и, конечно, путешествуешь сам. Туризм стал моим образом жизни. Я развиваюсь профессионально и личностно для того, чтобы предоставить вам наилучший сервис. Сама являюсь активным путешественником. Я могу порекомендовать вам лучшие туры, лучшие круизы и просто лучшие направления. Я буду рада лично познакомиться с каждым из вас, помочь вам в выборе, ответить на ваши вопросы и комментарии. В своих выпусках я буду стараться делиться с вами самой полезной для вас информацией и отправить вас в ваше самое незабываемое путешествие. В своей рубрике я буду делиться с вами самой полезной и интересной информацией. Буду рада, если мой опыт будет вам полезен. Сегодня мы начинаем нашу новую рубрику «Путешествие без границ». Добрый день! Добрый день! Сегодня мы начинаем нашу рубрику «Путешествие без границ». Добрый день всем! Сегодня мы начинаем новую рубрику под названием «Путешествуй без границ». Наша рубрика посвящена туризму. Эта рубрика будет посвящена туризму. В этой рубрике вы узнаете полезную информацию о путешествиях, турах, круизных лайнерах, их направлениях, различных предложениях, скидках и бонусах. Мы ответим на любые ваши вопросы и комментарии. Мы вам расскажем о самых лучших и самых интересных путешествиях. Также вы узнаете об экскурсиях и различных новостях в мире туризма. Мы будем помогать вам в любых туристических ситуациях, отвечать на ваши вопросы и комментарии. Мы будем вам очень признательны, если уже прямо сейчас вы подпишетесь на наш канал, чтобы не пропустить последние новости. Мы будем очень рады, если вы подпишетесь на наш канал прямо сейчас, чтобы не пропустить следующий выпуск, чтобы не пропустить следующие очень интересные выпуски от наших сотрудников и агентов. И до новых встреч! До новых встреч, друзья!